после броска. Звезда удали в пол. Два штрафных провела Бондаренко. Полторы минуты. Видимо, уже до конца матча. Не побоюсь этого слова. Фол, прошу прощения, ногами сыграл. Финич. Лебедев. Два очка. Звездов. Линников. Дороговцев. Робос теряет мяч. Финич. Пол. Замена вместо Звездова вышел Волконский. Минута 12, плюс 11 у МГУ. Первый штрафной точно. Второй мимо. Бегут. Дороговцев, два очка, мимо. Михайлов. Дороговцев перехватывает. Три очка, точно. Михайлов, высоко. Лебедев, Михайлов, фол, Дороговцев. Второй штрафной тоже мимо. Мяч выбивает Пинич. Волконский. Три очка. Точка. Что, неужели еще не все потеряно? Секунда, вынос МГУ с 8 метров. Михайлове. Два штрафных будет бить Михайлов. Там сразу разгоняйся по углам. Сразу же углов. Первый штрафной мимо. Второй штрафной точно. Волконский. Пол, три штрафных. Конечно.
Серег! Сразу так! Как и неумышленно! Три штрафных бьет Волконский. Первый точно. Второй. Точно. Серег! Смотри, чтоб не убежали. Третий. Тоже точно. Четыре очка. Спалил Мазур на Усакове. Третий фол у Мазура. Отбор берите, мимо. Штрафной точен. Пять очков. Щит, щит, внимание. 6 очков. 3 очка. Мимо. На подборе Мазур. Усаков. Фол. Третий фол у Мазура. Нет, у Волконского. Два штрафных бьет Усаков. Точно. У Усакова это 17 очко. Мимо. Сам же на подборе. Седов. Фол. Никита Дороговцев свалил на Ярославе Седове. Два штрафных, 20 секунд. Плюс 7 лунгу. Первый штрафной точен. Второй штрафной мимо на подборе Звездов. Мазур, Линников, 3 очка. Мимо на подборе. Мяч уходит от Михайлова, который успел сунуть руку, так сказать. 3 очка. Точно. Фол. Мазур на Михайлове. Ну, это уже так. Плюс 5. В любом случае. Первый штрафной точно. Второй штрафной тоже точно. Есть. Закончился чемпионат. Команда МГУ победила. Чем мы ее и поздравляем.